Закончили проклейку Largus виброматериалами, проклеили багажник, все прокатали валиком. Арки проклеиваются усиленным материалом, 4 мм толщиной. Предварительный материал весь разогревается и прокатывается валиком при проклейке. По этой стороне арочка проклеена, проклеили крылья автомобиля, все проклеено и прокатано. Закатали весь салон в автомобиле виброматериалом. То же самое, все прокатали, все тщательно проклеили. Вот такой у нас ковер получился из вибра. Закончили проклейку крыши. Тоже все проклеено первым слоем. И прокатано валиком. Посмотрим двери. Задние двери все проклеены. По левой стороне проклеили и прокатали двери. И то же самое задняя пассажирская и передняя пассажирская. Все проклеено. Продолжаем работу. Будем клеить шумопоглощающий слой.